Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Mercedes GLK. Итак, на этой машине мне надо поменять крыло заднее. Двери заменены уже хозяином. Немного подровнять переднее крыло. Ну и так как машина разобрана, я приступаю сразу к ремонту. Начну с легкого, с переднего крыла. Переднее крыло я закончил, приступаю к замене заднего крыла. Сразу же его удаляю. Поврежденный металл удален. Теперь выравниваю внутренний металл, арку. Колесную арку отравнял, примеряю заднее крыло и выравниваю соединение. Проверяю крыло по высоте. И теперь наступило время устанавливать заднее крыло. Арка загрунтована. Сейчас промазываю клей герметик и устанавливаю. Thank you.
Прикрутил крыло саморезами, устанавливаю фонарь и проверяю зазор между крылом и крышкой багажника. Как видите, с правой стороны зазор больше, чем с левой. Устраняю эту проблему. Просто-напросто продавливаю крышу домкратом. Теперь зазоры одинаковые. Привариваю крыло. Сварочные работы закончены, устанавливаю задний фонарь и бампер. Работа с металлом закончена. Отдаю машину на покраску. Итак, ремонт этой машины закончен. Этот ремонт занял 8 дней. 4 дня работа с металлом, 4 дня покраска. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!